ведущий «Дома-2» Влад Кадонни, шокировал Ольгу Бузову компромата на Романа Гриценко, который уже давно пытается завоевать ее сердце. На съемках нового выпуска «Дома-2» опять заговорили об эскорте. На этот раз ведущий Влад Кадонни заявил, что участник телепроекта Роман Гриценко ранее занимался эскорт-услугами, а уже после сделал пластическую операцию. Ходят слухи, очень навязчивые, о том, что Роман до пластической операции занимался экскордом, шокировал Кадонни окружающих. Больше всех в шоке оказалась Ольга Бузова, за расположение которой Гриценко борется уже долгое время. Телеведущая не знала, что ее ухажер делал пластическую операцию. По признанию Влада Кадонни, Гриценко запаниковал и начал все отрицать. Он заявил, что видел скрины с похожим на него парнем. Роман Гриценко обматерил ведущего, а затем и вовсе покинул съемочную площадку. Кадонни тут же сделал вывод, что дошедшие до него слухи являются правдой.